Давай. Друзья мои, YouTube, а также InRussia TV. Напомню, что все блестят по-разному. Мы блестим так, а эта группа блестящая. Они блестят по-настоящему. Здравствуйте, девчонки! Привет! Привет, девчонки. И мы хотим, чтобы вы, как настоящий генофонд России, и это очевидно абсолютно, поздравили мужскую половину с 23 февраля, который наступит буквально через сутки. Мужская половина с 23 февраля. Я повторила вас, да? Да. Дорогие мужчины, мы вас от всей души поздравляем с девочками с 23 февраля. Берегите себя, берегите... Ну, да, я зашла просто издалека, берегите нас, конечно. Спасибо вам, что вы есть вообще. Нам бы девушкам одним было бы, конечно, скучновато. Да, ну я поддерживаю всех мужчин с праздником вас, чтобы руки-ноги были целы и чтобы нас любили, да, прям вот я не знаю, до последнего своего вздоха. Каждый концерт говорит так, когда мы какую-нибудь мужскую песню представляем, она говорит: мужчина, если бы вас не было, то мы, наверное, бы даже не расчесывались. И это реальная правда, мужчины, запомните это. Так что если видите, что мы не чесаны, значит, вас нет почему-то. Где вы? Девчонки, ну согласитесь, все-таки лучше мужчину в цвета хаки, чем какого-нибудь другого цвета, согласитесь? Ну, лучше бы он не был цвета обычного, телесного, чем хаки. Ну, я имею в виду вообще так в целом. Мы же 23-й, конечно. Да, очень хорошо. Кстати, папа, брат, поздравляю вас, дорогие мои, настоящие мужчины, которые служили в армии. И мой брат тоже служил. Да, и Маринин брат, гордость моя. Ну, вообще, мужчины, которые служили в армии, либо просто армейскую службу проходили, либо, в принципе, военные, они отличаются от всех остальных мужчин, и я за то, чтобы каждый мужчина проходил вот службу. Друзья мои, именно после армии мы становимся галантными мужчинами. Мы не можем позволить девушке в поезде, например, на верхнюю полку поднять какой-нибудь чемодан. Это правда? Я прослушала, что вы сказали, но я да, наверное. А-а-а. Девчонки, ну что, 3-4. Поздравляем! Группа «Блестящие», YouTube, InRussia TV. Спасибо.